В Севастополе вторые выходные подряд провели общегородской субботник. Сделать город чище мог каждый желающий. На улицы вышли горожане, сотрудники управляющих компаний, муниципальные служащие. Находим все, начиная от шприцов и бутылок. Это, в принципе, нужно убирать, дабы дети, собаки и все остальное не находили их и не заражались. Вплоть до бытового мусора. Очень много шин. Да, в принципе, грязи достаточно в городе, ее нужно постоянно убирать. Это полезно и для природы, и для людей. Для природы полезно, мы убираем весь мусор, позволяем земле дышать. А для людей полезно труд на свежем воздухе. И плюс коллектив собирается в неформальной обстановке, это способствует сплочению коллектива. В этот день активисты работали на 35 площадках города. Очищали территорию на проспекте Победы возле склона в районе Первого бастиона в Ушаковой балке. Привели в порядок и территорию за центральным универмагом на улице Новикова. Один из самых массовых субботников прошел в Казачьей бухте. Люди приходили сюда не только трудовыми коллективами, но и семьями. Например, глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов мусор убирал вместе с дочкой Эмилией. Она у нас как приобщается к общественным мероприятиям, то есть мы совместно и коллективами, трудовыми коллективами выходим на все наши, все общественные пространства, то есть чистим. Будем это продолжать до, по поручению губернатора, до того периода, до того момента, пока у нас держится погода хорошая. В том участке, даже где мы сегодня находимся, находим покрышки. Да, то есть машина, это, то есть человек сменил резину, и в голове у него появилась такая идея взять и выбросить в лес. Принял участие в субботнике в РИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев. У него не получилось сделать это неделю назад, по уважительной причине. Зато на этот раз, признается городоначальник, он с удовольствием присоединился к трудовому десанту. Очень здорово было бы, если бы мы все вместе, но по субботам, по крайней мере, в месячник благоустройства выходили рядом на общественное пространство или на те территории, которые в будущем мы хотим сделать общественными пространствами, и поддерживали порядок. Потому что если мусора меньше, то и мусорить меньше хочется. Нам нужно не только вот, так сказать, субботники проводить, но и все-таки беречь свой город и, в общем, как можно, когда ты хочешь куда-то бросить, вот в кусты там или подумать. Но для этого, конечно, должны быть мусорки. На субботник вышли 4700 человек. Еще больше, чем в первый раз. Севастопольцам удалось собрать и вывести более 40 КАМАЗов мусора. Святослав Данилов, Владислав Иванов, Севастопольское телевидение.